Вітаю вас, це знову кворум. Ми повертаємося до студії прямого ефіру і говоримо про мільярдний кредит, який вже своїм рішенням у середу сесія міськради, очевидь, поставить крапку у цьому питанні. Запозичення планують взяти у державного Укргазбанку на 5 років під 22,5% річних. Планується на ці кошти провести ремонт тепломереж на вулицях Бочарова, Пастера і Канатні. Також планується заміна і модернізація ліфтів, капремонт вулиці Софіївської, спуску Маринеско і новощіпного ряду біля привозу. Крім того, планують провести капремонт фасадів і покрівель в історичному центрі міста, капітальний ремонт інфекційної лікарні та реставрацію будинку Русова. Частково буде профінансовано також будівництво школи в Суворовському районі та центру дитячої творчості в 33-й школі. Отакі от амбітні плани у мерії. Залишається інтерактивне опитування. Чи вірите ви хоч комусь із топ-політиків, які нині не зникають з ефірів центральних телеканалів? Так чи ні, голосуйте наприкінці програми, підіб'ємо підсумки цього голосування. Власне, от, шановні гості, мене цікавить ось що. В Одесі найстрімкішими темпами в Україні, можливо, після Києва, триває будівництво там сотень тисяч квадратних метрів житла приватними компаніями. Мене цікавить, чи варто в тих умовах брати кредит, якщо можна було просто, ну я так розумію, я не мер, але я так розумію, можна було б зобов'язати кожного конкретного інвестора, який планує чи вже зводить черговий багатоквартирний будинок, взамін, це соціальна відповідальність бізнесу, взамін, наприклад, відреставрувати покрівлю будинку Русова, а потім взяти участь у будівництві нової школи. Чому піти не таким шляхом, а брати запозичення, яке доведеться віддавати нам з вами? Одесситам. Дело в том, что чи може я так, так не может просто Труханов вызвать, допустим, директора Гефеста или Будова, сказать, вот мы тебе здесь нарежем гектар, ты нам за это отремонтируешь. А почему? А чему не можно? Ну, не, не, ну дело в том, что это уже элемент коррупции, потому что все определено законом. Другое дело, что каждый застройщик, причем независимо от того, делаете вы реконструкцию, условно говоря, имея там первый этаж, офисное помещение, строите второй и третий, или, допустим, вы строите там целый, не знаю, там квартал, высотку, высотки, вы платите деньги, так называемая доля, получается, в развитии инфраструктуры города, это называется долевое участие по-старому, когда-то ее рассчитывали в квадратных метрах, сейчас рассчитывают в денежном эквиваленте, там есть четкие расчеты и так далее. Другое дело, что эта комиссия, на мой взгляд, она одна из самых, работаю одна из самых закрытых, и могу со всей ответственностью сказать, наверное, одной из самых коррупционных. Объясню, какие моменты. Дело в том, что если считать, допустим, квадратные метры, которые строит тайная строительная компания, то получается, условно говоря, там, допустим, с одного этого дома, там, 16-этажного, или, там, может быть, 30 миллионов гривен. А как делают? Есть второй вариант расчетов. Да, это, кстати, все отработано на уровне министерства профильного Минрегионбуд и разработанная, утвержденная, так сказать, схема. Второй вариант – это по расчетам стоимости этого дома. Что это значит? То есть какой-то независимый оценщик, который, допустим, провел там экспертную оценку стоимости строительства дома. И он, допустим, дает такую оценку, которая, например, позволяет уже этому застройщику за те квадратные метры, которые он реально строит, платить не 30 миллионов, а платить 6,5 миллионов. И комиссия определяет, как, за какую цифру голосовать. За 30 миллионов, исходя из этих 30 тысяч квадратных метров, которые построили, или по стоимости, непонятно кто как рассчитывал, и получается 6,5 миллионов. И только члены комиссии определяют, каким методом, этим или этим. К чему я веду? Доля города была бы совсем другая. И это были бы реальные деньги. И то, что они там собирают каких-то несчастных 30-40 миллионов гривен, они бы собирали в 3-4 раза больше, понимаете? Вот идет о чем речь. Этого нет. На сегодняшний день, на які гроші, які збираються, вони не йдуть на інфраструктуру. Це, по-перше, на сьогоднішній день, і також дійсно існує проблема з тим, що не виконуються навіть ті заплановані отримані кошти. Десь виконано, здається, чи на 30, чи на 40% в цьому році отримання грошей щодо цієї пайової участі. І далі також от ми бачимо проблему, наприклад, Аркадії. То, що, про те, що ми говорили, люди раніше купували будинок, квартиру біля моря, а на сьогоднішній день їм ввечері прийдуть з нормальною інфраструктурою, щоб могли нормально доїжджати,
а навіть ще не вели всі, не заселилися і половину будинків, вже люди в чергу становляться, щоб доїхати до свого під'їзду. Власне, до кредиту давайте. От існує в населення, в людей, в пересічних громадян думка, що брати в борг – це погано. Якщо ти береш борг, треба віддавати там вдвічі більше. Це говорить про скрутну ситуацію в економіці. Чи так погано? Чи такий поганий є цей мільярдний кредит, щодо якого думки розділилися? Ну вот давайте я вам отвечу. Вообще кредитование в мире – это очень распространенная практика и хорошая. Кредит – это кровь экономики. Бизнес в Европе, вообще в всем мире, постоянно прибегает к кредитам, потому что кредиты позволяют решить многие инновационные проблемы и прочее. Но там рассчитывается рентабельность, там есть технико-экономическое обоснование. То есть если рентабельность бизнеса, который планируется там 15-20%, то под 5% годовых можно взять кредит. А если мы берем по 22,5%, не зная рентабельности, куда мы вложим и как мы вернем. Теперь вы сказали, так ли уж необходим нам сегодня кредит? Бюджет города, видимо, находится в очень тяжелом состоянии. Да нет, сегодня Светлана Бедрега, выступая на аппаратной, сказала, что по итогам 10 месяцев этого года, по сравнению с прошлым годом, на 18% идет перевыполнение, ну, больше собрано. Эта сумма более 800 миллионов гривен. Это майже той самый миллиард, который мы берем. Тот же самый. И получается, ну, телезрители... А чему это? Вот какой площадь користуется миска? Сейчас, давайте посчитаем. Если 22,5% годовых мы берем под 20%, через 5 лет сколько процентов мы должны вернуть? Более 100%. Значит, берем миллиард, отдаем сколько? 2 мільярди. Ну, є таке висловлення, береш чужі, а віддаєш свої гроші. Свої, да. І на сьогоднішній день, чому на сьогоднішній день так стоїть оцей там наш банківський ринок, не кредитується? Тому що 22%, не один бізнес, якщо ти не торгуєш наркотиками чи зброєю, ну, ти не можеш собі, не можеш собі дозволити і в нормальній економіці цього робити. Ще одне питання, на що хочу звернути. Це вже не перший мільярд, який ми беремо. Це вже того року ми також голосували за мільярд. Тоді відсоткова ставка була 17,5%. Да. 17,5%. Тобто, незважаючи на те, що там говорять про те, що Одеса у нас дуже фінансово стабільна, дуже там у нас таке, але банкіри, вони вже оцінюють, вони вже оцінили, що вже нам віддавати гроші вже на 5,5, на 5% вже небезпечніше, тому що ця відсоткова ставка – це плата за ризик. Тобто вже стає більш ризиковіше. На сьогоднішній день це вже стає більше. Він стає більш дорожчий. Наступного року, коли ми будемо, я впевнений, що з такими темпами ми ще будемо брати кредит, вже нам пропонують за інше. Але я хотів би звернути увагу на те, коли ми отримали цю, ось як депутати. Як депутати ми маємо якби приймати рішення, але цю інформацію, це нам десь хтось, друзі з Мінфіну перезвонили, але десь там за пару тижнів до того, як вже це, всі документи вже пройшли, вже в нас ставлять перед фактом. Дивіться, ось ми беремо цей кредит, ось цей кредит ми намагалися, з нами намагалися провести обговорення. І, до речі, депутати також там, і я Савуленко спитала, а чи можна там додати ще щось, там, знаємо, що ви попросите на свій округ, ми вже самі розберемося, як цей кредит використовувати. На сьогоднішній день вже рішення прийнято, воно буде проголосовано, депутатів тих, хто має висловити думку, їх не спитають. На сьогоднішній день саме таким чином стоїть ситуація щодо цього. Можливо, ще одне питання, да, пане Олексію. Під які зобов'язання береться кредит? Я розумію, що мер переконаний в тому, що всі проценти тіло кредиту буде віддано вчасно, але тим не менше. Якісь в договорі умови якісь обговорюються. Під що? Під землю? Трухан вже не берет кредит під свою квартиру, допустим. Нет, он берет, зазвичай, конечно, он же не себе берет этот кредит и не по свое собственное имущество. Берется под бюджет наш городской, то есть гарантом выступает бюджет города Одессы. Должно быть разрешение профильного министерства, Министерства финансов. Причем интересная ситуация. Рассказывали профильные чиновники об этой ситуации, прошли два заседания бюджетной комиссии, только вот буквально несколько дней назад только получили разрешение
письмо с Министерства финансов. То есть как бы стартовала раньше вся эта эпопея, до того еще, как письмо даже ушло в Министерство финансов, и как получили мы положительный ответ. Я абсолютно согласен с коллегой Вадимом о том, что это вообще полная фикция. Мы уже действительно второй год получаем кредит. И мне кажется, что действия городской власти, чиновников, напоминают мне ситуацию, знаете, вот как этот обывательский кредит, когда, знаете, там живешь в разваленном доме, да, ну, потребительский, я просто как со стороны обывателя такого бестолкового, когда живешь в развалюхе какой-то, у тебя все течет, а ты покупаешь плазму и берешь кредит по 22%, да, хотя ты уже заведомо знаешь, что ты, наверное, не отдашь этот кредит. Вот нынешняя городская власть поступает аналогичным способом. Абсолютно вот такое бестолковое заимствование, причем не для решения какого-то реального инфраструктурного вопроса, допустим, проблем, которые есть у нашего города, а вот просто там что-то подлатать. Потому что если даже вот вспомнить или проанализировать все эти пункты, о которых говорил и Бедрега, и ряд чиновников, и вы здесь процитировали, там, про замену лифтов там, и так далее. Допустим, строительство школы и, например, в 33-й школе сделать там центр, допустим, творческий. Да? Так на эту школу нужно 200 миллионов, на центр нужно 80. Это уже 280 миллионов. А они на образование выделяют всего лишь 60 миллионов. Так это сколько? Это еще в следующем году мы тогда еще 3 миллиарда возьмем. А теперь опять же, 2 миллиарда уже есть. Правильно вы говорите, что это же увеличивается в два раза. ЕБРР, когда мы получаем кредит на троллейбусы там под 7%, вопросов нет. Но 22,5%, вы знаете, я знаю, как работает банковская система в нашей стране, да еще и государственные банки, то я даже не удивлюсь, если там уже заложена какая-то маржа и уже какой-то определенный договорняк. Кстати, офис Укргазбанка находится прямо рядом с горсоветом, тут даже бежать недалеко. І мені здається, ви знаєте, така безвідповідальність пов'язана з тим, що люди впевнені, що не їм прийдеться віддавати цей кредит. Що гроші так беруться, ви знаєте, на сьогоднішній день термін відбудуть, і вже наступні люди, які прийдуть до влади, вони вже будуть матимуть таку ситуацію, коли будуть змушені віддавати ці гроші. Оце дуже цікаво. Пан Труханов не хоче балотуватися ще раз, тому якщо слідувати такій логіці. Ну просто може якісь є в кулуарні розмови. Ви знаєте, в міськраді щодо цього. В політиці ми звикли вірити тому, що робиться насправді. Але деякі кроки, які робляться, от насправді, в тому числі щодо браття таких величезних кредитів, які насправді прийдеться віддавати вже наступним конденціям, вони кожного року, ви знаєте, чому можна і навіть заставу, коли даєте місту, не брати. Тому що насправді місто є ідеальним боржником. У міста завжди є гроші на поточному рахунку. Ти просто і ці гроші можна списати автоматично. Ви просто виставили вимогу, і банк змушений без вашого вже там навіть якогось рішення просто вам віддає ці гроші. У нас є думка експертів, пане Василь. Відповідальність, да, насправді так воно є. Що таке колегіальне рішення? Колегіальне рішення – це попередні созиви, да, які просто підтримують голову, у якого є більшість. І насправді от теплоенерго, воно вже не мінялося. Директор десь років 15, це місто Чорноморськ. Людина робила такі речі, що я як член депутатської комісії фінансової, бюджетної, да, я коли бив звіт його, я йому завжди задавав питання. От у вас, ви опираєтесь на те, що маєте право, тобто комунальне підприємство має право займатися підприємською діяльністю, ви взяли 1 300 000 наших коштів, міськради, да, і вложили там в повернення НДВ, тобто налог на додаткову вартість, вони вложили і прогоріли, да? Їх зловила налогова. І знаєте, що зробив цей директор? Він просто зробив з держбюджету, з міськбюджету повернули гроші в держбюджет. І вони мені кажуть на комісіях, вони кажуть, пан Василь, ми ж гроші повернули, яка різниця? З бюджетів, державному, ви розумієте, да? І колеги депутати беруть і підтримують його, що да, звіт приймано, все добре, все круто. Я говорю, хлопці, ми з міськбюджету віддали в держбюджет. Це наші гроші. Це гроші наших громадян, нашого міста. І ви розумієте, і так воно є повсюду, по всій державі. От і все. От так, пане Едуард. Конечно, я согласен с коллегами, что кредит – это очень хорошо, правильно, их можно брать как можно больше, когда их дают.
Но очень важно, как их тратить, потому что, когда мы берем кредит под любую ставку, мы должны понимать, что мы заработаем больше, и тем самым процентная ставка нам как бы вернется. Но город не может зарабатывать, у него нет такой возможности заниматься коммерцией, но город может экономить. Если бы эти деньги пошли на те же самые, скажем, теплосети, да, на те же самые энергоэффективные программы, хотя бы через какое-то время они бы вернулись, это можно было бы как-то понять и сказать «да». Но мне бы очень хотелось, знаете, на что-то напоминает ситуация сегодняшняя, что просто кому-то нужно дать заказ, а в бюджете денег нет. Ребята должны получить работу. Бюджет должен профинансировать. А в бюджете міста существуют борги вже за виконані роботи. Стосовно теплотрас, про які ви говорите, то ці гроші і частина цих коштів вже піде, як ви правильно говорите, на сплату боргів, які вже виникли. Вони не можуть. Вони від цільового призначення, вони підуть під нові. Але вони вже так. Вони підуть під нові закази. Фактично ці роботи вже виконані. І дуже важливо відслідити, хто буде ці роботи виконувати. Вот в чьи руки эти деньги попадут. Та же самая Пастера, в прошлом году ее же ремонтировали. Это не знаю, там уже что там еще, как Сегедскую, что ли, каждый год по 4 раза ремонтировать, трубы менять, новые трубы на новые. Бюджет места, если не помиляюсь, 6 миллиардов. Уже 10. 10. Но есть бюджет развития. 11. Цікавий момент. Треба ще один взяти мільярд і зробити справді, ну, за одеськими мірками, розцінками, інфраструктурні проекти. Будинок Русове, про який говорять вже скільки років. Там, будувати школи, відремонтувати центр міста, фасади і покрівлі старих будинків, які розвалюються вже 30-40 років. І все це за 1 мільярд, який ми взяли в кредит, а інші 10, вони підуть на інші. Смотрите, треба справедливості раді сказати, що не може город тратити 10 мільярдів, куди він хоче. Бюджет развития депутаты могут сказать порядка миллиарда, может быть, да, там 2 нет, миллиарда. Больше, 2,2, да, то есть не 10, всего лишь 2,2 миллиарда. Угу. Поэтому этого миллиарда, может быть, и не хватает. Вопрос в том, как он будет тратиться, на что эти деньги пойдут. То есть фактически мы от этого лучше жить не станем. Город не сэкономит бюджетных денег. Если ладно, за год все бы школы утеплили, все детские сады, все больницы. Сказали бы, через 2 года эта программа позволит сэкономить на угле, на газе, на тепле и на всем остальном. Но этого не делается. У нас почему сначала в городе вокруг школы плитку ложат, заборы, а на 3-й год только ее утепляют. Хотя можно было утеплить, если кому-нибудь денег уже что осталось, сделать плитку и забор, хотя забор тоже никому не нужен. Обратите внимание на одесские школы. Ставят каменные заборы, чугунную решетку и кругом калитки. Калитки нет. То есть ходи, зачем туда забор вы ставите? А каждый забор это миллионы денег. Визуально краще выглядит, мабуть, выглядит захищено и... оцінюють це не лише ті, хто навчається в школі, якщо б це було лише опалення і утеплення, а й ті, хто ходить повз школу. Ну, проход свободний, там навіть забори, тобто калітки нету, заходи, проходи нас. Я розумію, але ж це красиво, і плітка – це красиво. Ну, я так думаю, може така логіка. Лише гречку роздати. Може так. З приводу, пане Станіславе, з приводу опалення і енергозберігаючих технологій, чи варто було б краще направити ці кошти на ці, власне, на ці цілі, аби потім справді якось відшкодувати хоча б частину цього проценту? Я якраз про це і хотів сказати. Тобто у нас в Одесі зараз существує більше 1800 ОСНД, і достатньо малий процент, це менше навіть 5%, взяли ці кредити. Чому ОСНД не беруть, наприклад, кредити? Тому що вони прекрасно розуміють, що треба буде їх отдавать. Вопрос к городу, возникает ли у города такой же самый вопрос, почему они берут кредит, будут ли они отдавать и если чем. Вопрос очень интересный. Если понимать, как вообще в городе строится структура, в принципе, финансирования, Bitrego на сегодняшний день один из самых крутых менеджеров, в принципе, в европейском пространстве, который владеет, ну, как бы управляет такой суммой громаднейшей городского совета, и эти суммы распределяются очень интересным образом. Почему, например, сейчас берется кредит? Если посмотреть, в принципе, как формируется бюджет, зайти на сайт горсовета и посмотреть, как это все распределяется дальше, получается такая интересная структура, что... А большая часть бюджета находится сейчас на депозите, поэтому не получалось взять эти средства с депозитного счета, не потеряв при этом те проценты. Те проценты, которые будут выплачиваться по тому же кредиту, ниже, чем те проценты, которые город потерял бы, если бы снял с депозитного счета. Соответственно, я так понимаю, расчет идет на то, чтобы снять потом в дальнейшем средства, когда закончишь депозитный срок, и погасить за их счет кредитные средства. Вы хотите сказать, что... Это было бы логичнее, чем то, что в принципе может происходить. Процент выше, чем 22,5 месяца. 4, 5, 6 месяцев.
бизнесов, они же не лежат целыми годами. Согласен. То есть расчет происходит, когда выполняется работа, и тогда деньги с депозита снимаются. Это же немного разные вещи. Согласен, но тем не менее, я понимаю, было... Депозит не я предполагаю хотя бы какую-то логику, зачем это нужно было делать. Это краткосрочный депозит, это не ложится депозит на 5 лет. Причем целевой, под конкретную цель. Потратить тогда больше. Скажем по-другому, смотрите, какая еще глобальная логика, я думаю, все это прекрасно понимают. Нужно, чтобы деньги еще оставались на то, чтобы дать всем взятки, и при этом еще что-то сделать для людей, якобы, чтобы это было выглядело красиво. Почему мы говорили только что про красоте, да? Например, буквально недавно, ну, как бы я много гуляю по городу и смотрю, что происходит. Напротив Адмиральского ложили сначала плитку, сняли плитку, положили асфальт. Сейчас опять снимают асфальт, так, меняют трубы. Бульвар, то есть, что происходит? Зачем так надо делать? Мы провели реконструкцию всего тротуару, ну, місцеві жителі писали довго скарги, заяви, відремонтуйте тротуар. Відремонтували, навіть дерева посадили. Але не пройшло півроку, як розрили, адже поряд будується нова споруда, новий багатоквартирний будинок, під якого потрібно прокласти комунікації. Розрили цей тротуар, і вже 3 місяці канала прірва посеред тротуару, який відремонтували рік тому. Мабуть, така логіка. Розриваєте то канаву і прокол діють, що і за бюджетний счет. Конечно, а з застройщика беруть налічки деньги. От як відбувається. От що саме смішне. От і відповідь. Собственно, как можно все эти расчеты происходят, и вы это проверить не сможете. Сперечаемся и критикуем эту инициативу, но вочевидь, я майже уверен, что в среду на сессии міськради проголосуют за кредит. Колегіальне рішення. Давайте підіб'ємо підсумки нашого інтерактивного опитування. Чи вірите ви хоч комусь із топ-політиків, так воно звучало, і лише 8% наших телеглядачів відповіли так, і 92, цифра змінюється, так, 92 залишається, не вірять нікому. Пане Володимир, що ви думаєте з цього приводу? Полное неверие и разуверение в своем будущем, возможности что-либо поменять в этой стране, это страшно. Народ, который уже внутренне готов к самому страшному, не способен подняться и что-либо сделать. То есть полное падение уже надежд людей и желание за что-либо бороться. Это страшно. Ну, чи є можливість вийти на арену на тлі у таких от цифр, а вийти на арену хоч якомусь кандидату, якому дійсно повірять? Чи є така можливість в Україні у цих політичних, економічних, олігархічних, корупційних умовах? Ми стоїмо на порозі все-таки серйозніших соціальних потрясень. Дальше терпіть народ не буде. Ни Гройсман, ни Порошенко не отдают себе отчет, что если будет третий Майдан, то он будет не в рамках, так сказать, Киева, центральной площади, он может быть по всей Украине. Перебьют, поломают все, потому что, как раньше говорит, русский бунт бессмысленный и беспощадный. Людей довели уже до того, что голодные, обездоленные, без перспективы развалят все, уничтожат все. Вот это они должны ощущать. Нельзя дальше доводить людей вот до такого состояния. Еще раз говорю, мы на грани социального взрыва. Если мы не изберем нормального, морального, нравственного человека президентом с конкретной программой, не как разворовывать, а реально что сделать, перспектива у нас очень плохая. Не верите? Нет, я слушаю, я просто, знаете, вот когда говорят третий Майдан, у меня это сразу ассоциация Третья мировая война или Второе пришествие. То есть, ну что-то как-то... На самом деле, к сожалению, все эти мероприятия, они, как правило, срежиссированы. Почему? Потому что то, что сейчас происходит, мне кажется, и первый, и второй Майдан, просто те причины социально-экономические, коррупционные, рядом не стояли. По сравнению с теми событиями, которые происходят сейчас, но, к сожалению, люди не выходят. И хочу отметить следующий момент, вот что бы я хотел посоветовать всем нам, независимо от политических взглядов и так далее, чтобы все-таки, знаете, таким одесским словом, не вестись на всякого рода лозунги, когда центральная власть пытается всех людей, знаете, поссорить друг с другом, создать такое гражданское напряжение путем там вбросов с патриархатами, с 9 маями и так далее. Почему? Потому что нужно задуматься реально, что происходит в нашей стране. Я могу сказать следующее, что на сегодняшний момент реальный сектор экономики в нашей стране, он тает, как, не знаю, там, снег в марте. Мы должны думать, как создавать рабочие места в нашей стране. То есть производство должно у нас появиться. Мы должны что-то делать или оказывать какие-то услуги. То есть мы должны быть конкурентоспособными и делать то, что мы можем делать. Очень грустно, когда, допустим, мы говорим то, что у нас там вот газа не будет.
да, потому что русские с немцами там построили Северный поток. А я помню, какая была ситуация вокруг нашей транспортной системы, когда те же русские и те же немцы предлагали нам создать газовый консорциум. И почему это не сделали? То есть, по большому счету, были же какие-то предложения? Мы не захотели. Я не помню, какие были какие-то националистические лозунги или какие-то олигархи что-то там себе не поделили, бы хотели оставить себе все. В итоге мы остались ни с чем. Та же самая ситуация, например, с продажей кругляка. Вы знаете, европейцы, ведь мы тоже все очень ругаем, и в том числе и моя политическая сила, ну, ОПА-блок голосовала против, но при этом при всем. А у нас умеют древесину обрабатывать? Нет. Мы не умеем делать нормальные даже доски, понимаете, мебель. А послушайте, а дело в том, что нужно просто создавать рабочие места. А я помню, как, допустим, Икея заходила, и она купила, у нас сколько было, 5 мебельных фабрик купили и 3 деревоперерабатывающих заводов. А потом отказались. Почему? Потому что все местные губернаторы вымогали деньги, взятки за то, чтобы Икея могла построить эти торговый центр 4 или 5 в Украине. Почему? Потому что их вначале развела одна компания Dragon Capital, и они продали им сельхоз назначение земли. А потом губернаторы местные, я уже не помню, кто был президент, Ющенко, вымогали взятки за перевод этой земли. И Икея не зашла к нам в регион еще в 2005 или 2006 году, я уже не помню там в каком. Вот так у нас все происходит. Главная проблема этой страны — это колоссальная коррупция. И, конечно же, все те топ-менеджеры, которые там планируют быть кандидатами в президенты, я практически никому из них не верю, потому что в той или иной степени они уже все поработали, мы их всех видели, каждый из них, так сказать, засветился, и мне даже сложно сказать, кому бы я из них бы доверил бы свой голос. Вы знаете, я хочу сказати, що довіряти, перш за все, треба самому собі. І тому, що це там 8%, 92% людей не довіряє політикам, воно цілком очевидно. Тобто, тому у нас така ситуація. У нас довели країну до такого стану. Ми, Україна, країна, яка була 20 років тому, не треба нас порівнювати з Малайзією чи там з країнами Західної Європи. Давайте порівняємо просто нас з тими країнами, які були з нами в однаковій ситуації. 20 років тому Україна мала там 60% виробництва цукору, розвинену промисловість, гарні дороги. У нас і зараз залишаються корисні копалини. І на сьогоднішній день ми доведені до зубожіння. На сьогоднішній день ми стали країною, найбіднішою країною у Європі. Ось до чого ми дійшли, і це навіть у порівнянні з іншими країнами. Сьогодні, і це до нас довели ті політики, які весь цей час були при владі, вони кожного разу передягаються в різні мантії, мігрують між різними структурами, з крісла міністра в крісло в парламентське. Далі, ще раз, вони вже каденції, потім туди заводять своїх дітей. І на сьогоднішній день оце покоління цих політиків, воно має відійти. І вони мають дати дорогу тим людям, які зможуть довести. А все ж таки хочу сказати, що в політиці треба, незважаючи на те, що не довіряють, от треба вибирати, все одно треба робити вибір. Бо коли ви не робите ви свій вибір, ви віддаєте цей вибір сусіду або тому, хто його продасть за 300 гривень. Тобто треба вибирати кращого з гірших, але з того, що є, треба вибирати. Треба робити свій вибір, треба бути в своєму житті господарем. Панове експерти, буквально по хвилинці, якщо є що сказати, з приводу наших результатів. Я згоден з колегою, що це дуже-дуже погана картина, що ми розуміємо накануні виборів, і люди зовсім не хочуть прийти на дільницю, тому що вже нікому не довіряють. Але насправді, якщо вони не прийдуть, насправді, якщо вони такий процент дадуть у цю нинішній владі, яка сьогодні просто вже наступила на горло, да, і вже нічого не допоможе. Далі, як кажуть, все буде рости. Да, люди і молодь вже поїхала, і остання вже поїде завтра чи післязавтра. Вже ніхто тут не хоче оставатись, тому що ця влада, вона вже показала, що на крові вона заробляє, і нічого вона не збирається, на жаль, міняти у нашій державі Україні. Тому тільки хочу попрохати всіх наших, вся Одещина прийшла і проголосувала. Тому що, якщо вона не прийде, то це дуже великий шмат України, який не буде вліяти ніяк на майбутнє України.
Це дуже прискорбно. Пане Едуарде. На сьогоднішній день в Україні об'явлені ряд реформ, но одна из них самая успешная, которая действительно все с этим согласны, это реформа децентрализации. И надо понимать, мы видим уже сегодня результаты, мы видим то пополнение бюджета в 3-4 раза на всех уровнях, и видим, что на местах можно сделать значительно больше. Мне бы очень хотелось, чтобы мы не мечтали о каком-то царе, да, как наш славянский такой менталитет, а больше работали в своем дворе, в своем доме, в своем городе, в своем селе. И, наверное, если мы захотим, не нужно обращаться к тому же президенту, да, как, с чего мы начинали сегодня обращение за какими-то льготами. Давайте все это делать сегодня на месте сами. Сегодня это вполне все возможно. И когда мы будем сами, и власть наша городская, местная, которая ближе к нам, нам легче спросить у нее, что они делают, как они делают, и заставить так, чтобы они делали то, что хотим мы, а не хочет власть местная. Тут очень интересная тема, на самом деле, подняли. Сейчас мы как-то скругляем это все. То есть у нас такой мягкий получается эфир, завершение, что кредит уже все хорошо, уже про кредит уже не важно, что происходит дальше. Нет, не все, важно, что-то с повышением тарифов. Я понимаю, просто видно, да, опытывание показало, что люди никому не доверяют. Это, на самом деле, показатель того, что... Два варианта, на самом деле. Если люди не доверяют, то нужно создать того, кому можно доверять. Опять-таки, говорить о том, что никто не идет голосовать, не голосует, потому что разуверились во всем. Народ, опять-таки, чего-то ждет, что кто-то придет какой-то мессия, и все решит быстро, сразу, и будет все гладко, и все отлично, все хорошо, кредиты все раздадут, всем все вернут, и все будет отлично. Такого не будет. Население должно понять, что сейчас политика и бизнес — это почти одно и то же на самом-то деле, и, соответственно, те бизнесмены, которые сейчас пытаются выжить в Украине, а это именно выживание на территории Украины, те же наши национальные выработники, они есть, они стараются, они максимально выжимают из того, что можно сделать сейчас на территории Украины, чтобы не возвращаться на другую территории там той же Европы. Очень многие мои знакомые в том числе ездили на территорию Европы, ездили в Америку, катались по другим странам, смотрели, что у них. В итоге переняли опыт, привезли его в Украину и максимально стараются внедрять его на нашу территорию. Таких людей должно быть больше, те, которые беспокоятся реально за наше будущее. И сами люди, большинство, то есть молодое население, не только старики, голосуют сейчас только старики. И во Львове недавно была такая классная вывеска появилась, что «Я за тебе зарублю голос». Там портрет бабушки и выборы 2019 года, 2020 года. Вот не надо, чтобы голосовали только одни бабушки. Бабушки давно уже находятся в той стадии, когда не совсем все понимают, что происходит. Должен голосовать тот человек, который реально понимает, что происходит, зачем происходит, и в том числе молодежь. Молодежь должна понимать, что дальше их голос реально будет какой-то существенный, будет влиять на то, что происходить будет с ними, с их детьми, и дальнейшие внуки и так далее. Дякую вам, да, и коротко, если можно. Да, совершенно кратко. Не соглашусь с вами по поводу иностранного опыта. Не всегда иностранные системы работают хорошо в Украине. Это мы уже, у нас были уже и министры иностранцы, уже мы это все проходили. Я хочу просто сказать, сам как молодой человек, хочу сказать, что мы на выборы придем. Я хочу, чтобы политики в этом не сомневались, что мы на выборы придем. И да, сегодня то, что топ-политикам не доверяют сегодня 92%, это реально правда. Потому что вопрос в том, что украинскому государству нужна система управления государством. Чтобы не зависело от воли одного человека, судьба целой страны. Должна быть четкая система. И мы не должны забывать о том, что Украина парламентская президентская республика. Спасибо вам большое. Дуже дякую вам за те, що долучилися до нашої розмови. І також всім експертам за те, що взяли участь у цій програмі. Ми, нагадаю, у першій частині говорили про тарифний злет в Україні. Слідом за газом дорожчає тепло і паралельно дорожчає в Одесі вода. І в другій програмі, частині ми говорили не лише про прийдешні вибори, а й про кредит, який взяла мерія Укргазбанку під 22% річних. І розмірковували, чи зможе місто взагалі віддати ці борги. Дякую, що були з нами. За тиждень новий кворум, нові теми. Дякую ще раз. Залишайтесь з репортером. Щасливо.